Только в живой световоздушной среде профессиональный художник может правдиво отразить в своих произведениях богатство окружающего мира. Этюды и наброски, натура в естественном освещении, живопись на открытом воздухе. 10 сентября в Иванове открылась большая межмузейная выставка «Пленэр. Взгляд с натуры». Я искренне всех вас рада приветствовать на открытии, на мой взгляд, такого замечательного и масштабного проекта. Выставка условно состоит из трех сегментов. Этюды молодых участников областного пленэра «Волжский художник», работы профессиональных мастеров и картины уже знаменитых художников. Но, возможен этот проект стал благодаря участию ведущих музеев Ивановской области. Спасибо коллегам и Кенишевскому, и Воронежскому музею, и Заволжскому, и Форумовской картинной галереи, и, естественно, Союзу художников, и нашему училищу художественного имени Малютина. Мы очень благодарны, что именно Плёсский музей-заповедник выступил инициатором и объединил вокруг себя профессиональное сообщество нашего региона. Алла Валерьевна, благодарю вас, всех ваших сотрудников, партнеров и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Проект «Пленэр. Взгляд с натуры» работает в Ивановском музейно-выставочном центре до 28 ноября, ежедневно с 11 до 17.30, выходной понедельник.